Мои дорогие, привет. Тут у меня есть остаток, я же уезжаю уже. Уезжаю, и поэтому у меня тут остатки, надо их как-то уже уничтожить и потом ехать, да? Немножко остался красный. Ну, вот, купила такие чашечки прикольные. Мне понравились. И покушаем, наверное, Богородское. А вот. Айскрим. Red ice cream. Вишня. Богородская. Прикольно. Так, пузырьки. Ну вот, еще как бы укусить, да, кусок такой. Так, пчеларумера палатна с СМС. Богородская. Хамда. Шуна ады. Айскрим, вишня.
Мои дорогие, спасибо вам за просмотр. Было вкусно, наконец-то я пожевала. Я сейчас не глотаю, многие знают, я пью лекарства. Это лекарство где-то мне на полгода, наверное. Вот. Дальше буду глотать или нет, тоже не знаю. Но я не скажу, что совсем не глотаю. Проглатываю. Вот. Так что я уезжаю в Новосибирск. Если получится, сниму вам, как я буду в Домодедово. Вот, в Домодедово уже возьму билет в Новосибирск. Вот так вот. Сегодня у меня вылет, еще раз скажу. Утром. То есть это уже завтра будет, да? Вот. Утром у меня вылет. В 6 утра самолет. С Анкары в Стамбул, со Стамбула Москву. Дай Аллах, чтобы все было нормально. Вот. Тест собираюсь сдать на корону в аэропорту. Надеюсь, что будет все нормально. Все. Как бы сказали, что там есть. Вот. Так что вот так вот, милые мои. Буду в Новосибирске, конечно, сниму видосик, но не с мелом и не с глиной. Потому что с собой я не беру. Просто чемодан уже полный. Но я так хочу оттуда привезти пеленый Белгород. А если кто знает, кто оптом там у нас продает по нормальным ценам, да, не космическим, напишите, пожалуйста. Вот, если у меня получится, я хочу привезти пеленый Белгород. Ну, хотя бы немножечко, не знаю, килограмма, может, 3. Вот.
Кто знает, пожалуйста, оставьте данные там в комментариях. Я честно скажу, я не знаю, кто продает пелены Белгород по том ценам, что было. Вот. Если получится, то я закажу. Ну что, мои дорогие, спасибо вам. Наконец-то я встретилась такая, да, с вами вот так вот, хотя бы на расстоянии. Вот, а тут никак не могла снять видосик. Вот честно, не могла никак. Вот. Так и пчелорам, тешекеридерам. Иншаллах, görüşürüz. Sonraki videomlarımda galiba tebeşir ve kil olmayacak. Ama Sibirya'ya gidiyorum. Sibirya'ya video çekebilirim. Bakabilirsiniz. Teşekkürler. Öpüyorum. Seviyorum sizi. Özleyeceğim tabii ki. Sabah gidiyorum. İnşallah her şey iyi olacak. Thank you, my dear. Спасибо, мои дорогие. Люблю, целую вас, обнимаю. Крепко-крепко. Берегите себя. Пусть у вас всегда все будет хорошо.